Так, ну, вроде должна была запуститься заново. Сейчас посмотрим. Да, все, лайв пошел. Все, нормал. Поехали дальше. Так, снайпер у нас идет куда-нибудь вот сюда вот. Так, а Дора идет вот сюда. Женщина-пофигистка, честное слово. Прыгать? Окей. Бежать под пули вообще легко. Здесь релот. Здесь так, че это у нас? А, это у нас Дора. Здесь релот обязательно. Привет, что со звуком? В смысле, что со звуком? А, в каком смысле, что со звуком? Что со звуком? А, Пафнуша, ты пиши сразу же это самое. В развернутом варианте. А то ведь я не знаю, что со звуком. Очень тихо все, потому что я очень тихо говорю. Или может какие-то другие, не знаю, там, траблы. Нет, у меня все норм. Окей. Вообще no problem. Треск от микрофона? У меня треск от микрофона? Ну-ка, давайте-ка. Давайте-ка. Ну, ребятки, это вот легкое посвистывание, от него никуда не деться на самом деле. То есть это вот микрофон такой. Если есть желание от него избавиться, то просто выставьте подавление постоянной Господи, подавление постоянно составляющее в настройках звука, и его не будет. То есть у вас это правится легко, а вот у меня не правится в принципе, потому что гарнитура USB-шная и стандартные дрова она не воспринимает. Вот такие вот дела. Можно меня потише на самом деле сделать немножко. Сделаем вот так вот, давайте 150 хотя бы. Так, сейвим. Поехали. Господи, где они все? Охренительный каргошип на самом деле. Огромный, что просто пипец. Кто умер, кто жив? А, ну, ты точно жив. Умер у нас только Storm DLL и Паша, или как-то вот так вот, короче. Ну, в общем, два солдата за всю игру у нас умерло. Вот. Такие вот дела. Бежать, 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 бежать. Почему у тебя плазмы нет на летающих костюмах с псиониками? А, псионик единственный... вот у нас Дора. Больше никому псиоников, ну, то есть псионики больше никому не достался. Что-то там 12, по-моему, человек пытался обучить, получил только Дора. А почему нет костюмов? Потому что нет сплава. Почему нет сплава? Потому что я олень. Всего лишь навсего. Ух ты, какой классный лифт. Сейчас вот захватим карамель, наварим себе костюмов. Плазма должна быть точно. Ну, плазма-то вот. То есть, вот плазма, плазма-райфл. Где там? Ну, это лайт-плазма.
Вот плазма райфл, там хэви плазма еще у Евгена, вот хэви плазма. Такие вот дела. А давайте-ка сюда пойдем. Так, кстати, полюбасик будет небесный. Так что вот. Так, сейвим. Сидим такие, есть не просим. Так, давай-ка. Так, мэр сюда. Дора сюда. Этот сюда. Далеко пошел, что штурмовал. Что штурмовал, расскажи, а то я, кажется, пропустил много. Ну, дошел как далеко. Относительно, наверное, нет. У нас появился в атмосфере корабль-матка. Вот, потерял две страны. О, ребята, это трындец. Зарефлектил атаку? Охренеть. Ладно, хоть миснул. А нет, двушечку попал. Смотрите-ка. Еще будет очень смешно, если он и это зарефлектит. Сколько полосочек ХП? Ну да. Есть такое. Тут наш, о, великий ужасный снайпер. Не сработал. Так, нормал. Здесь мы никого не видим. Здесь что? Видеть-то видим, но выстрелить не можем. Ладно, давайте проверим. От зараза. Лучше бы двинулся. А, ну, окей. Оттопорщился. А, почему у меня так мало стран вышло? Ну, потому что мне везде спутники раскиданы, да что -то. То есть, и то они вышли из-за того, что я не смог отбить атаку, ну, скажем так, террор предотвратить. С того, что у меня все были в больнице. Сколько там сплавов? 212, нормал. Так, ну-ка, давайте, говорите-ка нам броню. 284, сумасшедшие. Так, manufacture. Чук-чук. Так, трешечко. Все армора две штуки надо. Баблища не хватает. Так. Так. Отлично. Тьфу, блин. Затупил. PSM Armor? Что значит PSM Armor? Так, Build by Items. А, Psi Armor. Так, вот две штучки закажем. Так-то фаерштормов бы, конечно. 64 всего, вы посмотрите на это, а? Пипец он дешевый. Заметьте, кстати, плазма кэнон, ну, то есть плазменная пушка на самолет стоит дешевле нахрен, чем обычный плазмоган. Где-то там. Ну, где-то там. Вот, 169. С ума сойти. А здесь, кстати, надо... Так, МП кэнон, 71. Так-то наваять бы. В смысле, а чё смешного в пси-арморе? То есть пси-армор — это хорошо. Так.
Андре? Да вообще это бред, блин. Что еще за пси-армор? Вообще, по идее, это самая толстая бронька, которая есть. Ну, то есть она защищает от пси-воздействия, то есть перса почти невозможно взять под майнд-контроль. Уменьшает всякого рода пси-атаки по нему и все такое. Плюс еще свою собственную броню неплохую имеет. Вот такие вот дела. Ну и да, еще плюс 30 к пси-обилку. Кстати. По поводу пси-обилок. Кого бы запихнуть-то? Все, 10 дней. Ну вот только что показал, как делать псиоников. Кого-то одного, может быть, и торкнет. Ни хрена не происходит. Small Scout. Harvest Life Pieces. Muton Cyber Disc Drone Floater. Господи, что случилось? Ох, ни хрена себе. Вы посмотрите на это. Вот только что кому-то дали. Только что кого-то торкнуло. Вот почему нет. Плазмы нету. Лол. Так. Edit unit. It can be a powerful feeling moving through the air without a tether. Just keep a close eye on your power levels. Шикардос вообще. Нет, если не торкнул, то уже никогда не торкнул. Спасибо. Псионик класс онли. Одну лишнюю сделал. Эх. Бабла на другую нет. Обидно. Ду-ду-ду-ду. Ну, то есть, ну, то, что мы только что видели. Давайте раскидывать парней. Так, кого там еще можно? Гризайцев. Нет, гранатомет новый так и не взял, просто не хватает материалов. Просто в тупую нет материалов. Знаете, в чем прикол Fly Armor'а? Tugglefly. Абсолютно. Насколько я знаю. Любое расстояние можно пройти на Fly Armor. Угу, вижу. Сайбердиск. Зараза, а? Летит. Дестрой.
5 это несерьезно. Причем вообще несерьезно. 59, нет, здесь лучше снайпером. Промахнулся. А нет. Ну. Ща как жахнет. Раздать дробаши за спины залететь. Ну как сказать. Плазменная винтовка-то она пожирнее будет, чем дробаш. Вижу. Так, ну тут всего трёха, ну господи. Взять и... Нет, робота еще не делал. Шиф нам еще предстоит сделать. И опять-таки нету материалов. Тупо не хватает сплавов. Так, где у нас тарелка? Вот у нас тарелка, вижу. Так, давай. Toggle fly. Okay. Fuel 6 из 6. Че, типа это максимум, куда мы можем, что ли? Да ну лол, не верю. А, 6 из 6. Все, понял. Шесть ходов мы можем летать, то бишь. Норм так. Удобненько. Дора жирная, пипец стала. Я офигею с ней. Кстати, Доре же надо было этот самый псиармор дать. Чё-то я затупил. Определенно затупил. Слышу ваше черное дыхание. Так, нет. Не того я хочу на самом деле. Ну ладно. Так. Ровно тарелку сверху поднимется. Ну, как бы... И что? Она цельная так-то. То есть в нее не залезешь. Мне сейчас как-нибудь где-нибудь... Да хрен его знает. Надо было Дори псиар мордать. Затупил сильно-сильно. Давайте так. Весь. Джу. Да, да, слышу, слышу. Вот это жестко. Сейчас парни должны просто расхреначить нафиг. Ах, червончик как хорошо. Лепота. Так, радость моя. Огонь.
Еще есть фланговый. На пятнашечку, небось. 13. Ну, тоже хорошо. Ну, давай, этого тоже вольни. Живьем еще берешь? Бессмысленно, уже всех взял. То есть всех, кого можно было, я живьем уже взял. Взяли, сбежали. Веселый ребенок. Ну, Сидни, давай, иду сюда. И вот так вот их. Ну и, собственно, все. Сейчас она пока будет выходить, его там быстренько бахнет и все. Да, все, сдох. Так, солнце мое, иди сюда. И последний. Все, джетпак сдох. Или еще нет? Так, сейвимся. А ну тут, собственно, уже ничего и нет. Живьем имеет смысл брать только для получения пушек. По крыше-то можно ходить. То есть вот же мы стоим. По крыше ходить можно. Я же в предыдущей этой самой миссии по крыше ходил. Не видел, что ли? Угу, слышу. Good to go. Ох, ни хрена. Три хэви плазмы, жестко. Как-то не приметил, но я по огромному кораблю ходил. Как хоть не приметил. Так, ну сдается мне, сейчас мы быстренько отъедем здесь. Раз. И второй. Эх, промазал. Это было печально. Зря рвался на передовую. Надо было чуть-чуть подождать. Смотри, какие у них пухи. У меня такая же есть. А вот у этого чувака ровно такая же пуха. Вон она какая здоровая. Это хэви плазма, знакомьтесь. Бдум. О, вот это совсем печально. И под контроль взял. Зашибительно. Зашибись. All of the advances we've made so far, they would be useless against this type of power. Денег мало, надо экономить. Ну, в общем-то, да. Так, remove mind flying panic from nearby and boost the will. Блин, тупанул. Так-то. Рапидо. Нет, этого нам не надо. А вот того вот можно жахнуть. Рефлект. От стероза.
Ай, добей его, добей его. Ну, хорошо, но недостаточно. Короче, если мы его сейчас не вольнем, то наш вольнет нас. Так, кстати, надо заценить. 44%. Раздубасил парня. Нормал. Так. Давай. Хорошо. Вообще отлично. Бежать будешь? Попал, смотрите-ка. Нет, ну это ладно. Это мы сейчас быстренько вылечим. Это не страшно. От этого стервоза определенно надо вольнуть. Так, ну-ка, ну-ка. Давайте-ка ранга... Ай, черт. Патронов нет, лол. Хиляемся, чё. Давай-ка майндфраем по нему. А, черт, на КД. Промах. Здесь релоад. Ну, Сидни должен добить. Бджу. Отлично. Так. Да, все нормально. Yeah. Забрили пацанов. Great work, Commander. I hope all of our deployments go this well. Отлично. Daryl Corps, Drone Rex. О, сплавы. Сейчас что-нибудь мы тут напупудрим. Так, Mind Shield. Конечно, хорошо, но денег нет. Давайте-ка продадим. Все, что есть, и все, что нет. Сюжетки? Ну да, сейчас покажу, кстати. Была там одна такая пижня интересная. Называется Мазершип. Прилетел к нам такой, здоровущий. Вот. А, Голуб Чембер же еще надо построить. Точно, точно затупил. Так, что продать-то такое? Лири нельзя. Фрагменты тоже нельзя. Флай компьютер. Короче, день недели. День месяца, точнее, 25 сентября. Давайте подождем, что ли. Может, баблище придет. Опа, часики. Вот это офигительно. Сколько комбат стимов там нужно? 6, да? А, 8 комбат стимов. Это сурово. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Берсеркер Корпс. 15 NG. Все, бабла нет. 8. 200 баксов выиграем. К черту. Изобретать... там, по-моему, осталось только скелетон сют и плазма пистол. То есть они, в принципе, бесполезные, так. Ну ладно, пистолет еще ладно. Пусть будет. Так. Ну, то есть... Давай, показывай, что взял, что есть.
Panic Reduction, 170, Heavy Major. Поехали. Easily. Ладно, поехали. Так, лоудаут. Нечем. Плазмоган ее нужен. Вот плазмоган. Да, в принципе, пофиг, она у меня мейнфрайм хорошо зажигает. Просто зачистка получается. Там. Ох ты, смотрите-ка. О, а эти хрени все еще как бы это самое, то есть они только-только раскрылись. А, прикольно. Так, давай toggle fly. Toggle fly. Давай сюда. И вот сюда. Висим, не жалуемся. По сюжету нужно построить Gallop Chamber. Ну, то есть хрень такую построить, здоровущую. Вот, и, собственно, это будет, по сути, уже выход на финальную прямую. Сюжетную. Друг на друга все курносы. Не знаю, наверное, люблю курносых. Так. Сюда полетишь. Что-то ни хренища вообще не происходит. Ничего не понимаю. О, вижу. Коротенькая игра. Часов 20 примерно. Ни хрена себе коротенькая. Бду. Ох, это я зря. Надо было майнфрайм зажигать. Тупанул. На. Хорошо. Че, все что ли? Ну так неинтересно. Have a made off with the volumes. We should be able to salvage the requisite data from those. Че? Че это было? Ужас. Страсти-то какие. Занимай позицию. Сидни, открывай. Ни хрена там нет. За 18 прошел. Ну, знаете, ребята, как бы 18 часов это вполне себе нормально так. То есть, бывает и хуже. С ума сойти. Вот это веселуха.
Нет, ну а да, вот там мы мейнфрейм сожжем, это точно. Запилили. Че мелочиться-то, господи? Имущество казенное. Можно его так вот сделать. Да лол вообще. Покажи, как баба залетит в окно на втором этаже. Кстати, да, интересный вопрос. Определенно доставляет. Так, дорожги. Норм. Отличная штука, Майндфрай, слушайте, а? Определенно нравится. Почему не разбежались? Они неадекватные. Такой ответ сойдет? Вот еще трое. Ребята, снейкманов-то здесь нет. Мои любимые, самые проблематичные в мире снейкманы. Забил. Так, как у нас Орлеан влетит в окошечко на втором этаже? Да походу никак. Ну нет, как-то. Ну. Лол. Никак. Эй, привет, Илюшка. Какой мульт, господи, мне бы сначала компашку-то пройти. От стервозы попали, ведь смотрите-ка. Неправильно сделал? Да я вечно что-то неправильно делаю. Так, теперь нужно подвести сюда хиллера. И быстренько залатать. Так, ну вроде ничего нету. О, вижу. Целых три штуки. Страшные парни. Сжег их. Сжег мозги к чертовой матери просто. Знаете, это отличная вообще, замечательная вещь. Вижу, не вижу, интересно. Ага, вижу. Оп. Великолепно. Так, а тут вот сюда вот. И тоже увидит, как раз пристрелит его. Нахрен. А, нет, не увидел, лол. Ну ладно, что в принципе не помешает нам дропнуть в него гранатой. Зацепит, не зацепит. Зацепило. Отлично. Вообще великолепно.
норм. 170 там уже еще получили. Так, давайте-ка мы быстренько голубь чембер тоже зашпандряем. 14 дней. Так, ангар, вишеплист. Нет, не то. Инженеры, билд бай. Не. Бабла снова нет. 26 число. Да-да-да-да. Давай. Но с Нигерии и Африка вышли. Я там, помнится, сбили спутник. До нового было как до Пекина на карачках. И все. Ух ты, смотрите. А, ну ладно, окей. Все, ребята. А, нет, еще. Вот эта вот штука есть. The Foundry. Так. Proved Medkit. Так, очень хорошая штука. Drone Capture. Очень хорошая штука. Сектопод рэк. Блин, так-то вот охренительная тема. Очень даже нужная на самом-то деле. Так, давайте-ка мы сейчас пару пушек сделаем. Так, Combat Steams нет. Эх, ну да, Foundry. Advanced Fly нужен. Да твою мать, дрон рэк, Cyber Disc Rack. Просадил. Подождешь месяцок, построишь робота. А смысл? В том плане, что у меня отряд хороший, скомпонованный, всем люлей раздают. А робота как-нибудь в другой раз успеем построить. Ну или не знаю, давайте все-таки попробуем, что ли. Фаерсторм забабахаем. Ну хотя бы один. Этих ховершив сделаем. ЭМП канон обязательно еще штуки 3. Че, просадил? Да ничего не просадил вроде. Так, Nanofiber West, Combat Steams, Medkit. Так, Mind Shield. Ну, хотя бы один сделаем. Еще Heavy Plasma сделаем. Так, Visit Psylabs. Блин, я сейчас так затупил на самом-то деле.
Во-первых, вот так вот. Сейчас все продадим ненужное. Блин, иллириума две штуки осталось. Офигеть. Офисер тренинг. Все, осталось совсем чуть-чуть. Carry on. Показываем. Так, ну здесь все. Инжи. Так. То есть получается здесь у нас понятно. Теперь наши арк-throwers хреначат еще и дронов. Эпический стыд. Слушайте, ни хрена себе. Suppression. А, это новенький у нас есть. Понятно. Это у нас сходи. Ладно, там разберемся чуть позже. Два дня еще в этом. Ну вот, мы его поняли. Пси-тестинг. Показывай. Не один. Да что пас всех, а? Commander, you should take a look at this. We've just detected a massive new contact. We're picking up an enormous power signature. Whatever it is. Бинг! Выстрелил. О, ребята, это Battleship, знакомьтесь. У меня ни эйма, ни доджи, ничего нет. И тижи. Охренеть, два выстрела. Мотонарец, Сабердинг, Дрон, Хайфлотер, Кризалит, Сектопод. Хайпервейв, Релей. Да, это был Батлшип. С ума сойти. Дефенс 0 плюс 10. Норм. Так, здесь у нас... Эпично вообще. Так, тут у нас что теперь? А, ну все нормально. А, что с двух выстрелов? Это EMP Cannon, это самая типа крутая пушка против вот этих вот. Против кораблей пришельцев. Плюс мало того, что она еще не разбивает, скажем так, корабль, она его тупо из строя выводит. То есть очень дохрена всякой вкусняшечки можно найти на нем. Considering the impact, the ship seems to be in relatively good shape. We don't know what to expect in there, but you should make your way to the craft's bridge as quickly as possible.
Ребята, он здоровый, как вот база, на которой мы были, помните? Помните, да? Он реально, он огромен. Такой-то пипец. Так, теперь у нас есть варик вырубать октоподов. Ну и прочих дронов. Про сюжет что новое? Да в принципе ничего, то же самое. То есть... Ай-яй-яй, плохие пришельцы, ай-яй-яй, на нас напали, ай-яй-яй, всем привет. Ну, момент, когда мы нашли небесных первый раз, эти орелы, это вот как раз-таки было, скажем так... То есть мы сбили скаут, но скаут был небесный, и с небесной была какая-то хрень непонятная. То есть это то ли телепортер, то ли черт его знает. Короче, сейчас вот построим голуб чембер, посмотрим, что же это такое. Вот такие вот дела. Что эта штука нам даст? Норма? Хе-хе-хе. Ну да. И вот делище. Так, а вот и снайпер. Все, сидим тут. Ребята, нам на этой миссии так дадут просраться, вы просто не представляете. Нам здесь таких проблем обеспечат. Был Iron Man последнюю миссию. А, это, наверное, был Торнис, да? Давайте-ка посмотрим, у нас там идет вообще. Да, все идет. Дропа немножко есть, конечно, но на 700 метров, 3700 это вполне себе. Торнис вначале до сих пор. Сурово. Торнис такой Торнис. Так, давайте-ка мы Toggle Fly заюзаем. Давай повыше поднимайся. Сюда вот. Может, увидишь кого. Вот так вот. Жаль, роботов не сделать. Ну, как не сделать? Я же поставил делаться робот. Двадцать три члена экипажа здесь, ребятки. Или 26. Короче, хуже, чем на базе был. Танк можно. Ну там этот самый шиф. Ховер шиф. Такие вот дела. Так, снопа у нас летит куда-нибудь сюда вот. Офигеть. Сумасшествие какое-то.
Так, сейвим, пропускаем. Так, снопа поближе. Сюда вот. О! Флоутеры, блин, да куда ты, а? Нет, нам это не нужно было. Тупое управление. Просто дожите тупое. Hate it so much. Смотрите, она сейчас снова уйдет вниз, да? Или нет? Да. Нахер зырит меня. Да, снова прыгала вниз. Ладно, будем сидеть там. Сейф, ясно. Побейте меня за это. Флоутеры. Нет, а давайте-ка мы сделаем по-другому. А, ну и пофиг. Лол, в упор промахнулся. Да, это надо было. Это надо было еще так суметь на самом-то деле. Наша турель будет висеть здесь. Ах, ну как так-то, а? Как бы 100%. Кук, иди спасай людей. Офигенно. Беги. О, сайбердиск. Отлично. Ладно, хоть миснул. Уже хорошо. Так, надо брать Доро. И челить ей вот сюда вот как-то. Что мы сейчас будем станить кибердиск. Давай, чё. Разметала про нишу. Так. процентов. Ну, давайте пробнем. Опа. Хорошо. Отлично. Так, нет, вот этого нам не надо точно. Есть, все. На следующий ход можно будет застанить. Лузер. Троечку все-таки попал.
Это тоже пижня. Твою-то, а? Как так-то? Ладно, хрен с тобой. Подбежим и дрона вышибем. Так, или ну-ка. Давай. Бадум. И чё это сейчас произошло, я не понял. Дрон хак. Ай, зря. Так вообще как бы. Блин, не пробежишь уже. Ну выглядит он, конечно, супер охренительно вообще. В первой части кибердиски они были, ну как сказать, ну, кибердисками, то здесь они вообще, они, о-о-о, они шикарные. Так. No target's valuable. Ну-ка давай-ка, только не его, вот его. Бум. Кстати, снопу взять. Огонь. Снайпер на крыше карает все. Ах, ну да. Пойду-ка подлечу ее. Такая скорая помощь на на реактивном ранце. Так, нет, этого нам не надо. They're trying to pull back. Дора, ты такая дура, а? С ума сойти. Ладно, всяко бывает. Он ровно на лифт встал. Эх, не вижу. Один кибердиск. Не, кибердиск-то мы сейчас забреем. Вполне себе нормально. Сейчас как жахнет.
Так, а вот того мелкого можно, по идее-то, изобрить себе. Фоллбэк, ну да, конечно. Взял и свалил. Ой, лол. Сумасшедшие люди. Так, мелкого-то я вижу. Кто его еще видит, интересно? Снайпер-то снимет? Не снимет. А если с пистолета? Не видит. Ладно, окей. Вижу. Не попадаю. Надо было думать. Чтобы из хэви-плазмы-то и попасть. Ну да, конечно. Кстати, вот Сидни, может, кого-нибудь вольнет. Нет, не вольнет. Берет и сваливает просто вообще в наглую. Какой беспардонный парень. О-о-о, так там у нас еще и корабль, оказывается. Продолжается, так скажем. Я-то думал, куда-то вот туда вот уходит. А, все, понял. То есть нам туда все правильно. Вали его нахрен. Тущ. Так, тут мы бежим сюда, там мы бежим туда. Вообще надо уже куда-нибудь бежать. А, да сколько можно-то? Угу. Ну и Сидни как самый бегун. Опачки. Этих ребятишек мы сейчас гранатами закидаем. Такие втроем встали. Стоят, улыбаются. Ляльки. Да-да-да-да, поближе, поближе. Покучнее вставайте, покучнее. Чтобы уж так, знаете, это самое. Порыве добра, чтобы так умереть. Медленной, мучительной смерти. Что у нас тут происходит вообще? Нормально. Не самое страшное, что может быть. Так, этот оттопырился. Нет, не оттопырился. А вот этот точно оттопырился. Буя. Ту-ду-ду-ду. Готов, Ченский. Самый лучший выстрел. The best shot. Нормал. Show me yourself. Ни черта там нет. Ладно.
что-то слышим. Да, кстати, там же был сектоп. А, ну это надеюсь, что просто на нее сместилось. Там же будут еще сектоподы, ребятки. Которые, кстати, супер охренительно исполнены. На которых я могу смотреть просто вообще вечно. Просто вообще бегун Бегунович. Бежит дальше всех и быстрее всех. Ну, мне кажется, даже ранец не нужен. Это что за херня? Слышь, парни, вы откуда вообще? Господи, откуда они взялись? Пятерочка. Ну, этот его точно добьет. Отлично. Ну и снайпер так отдыхает. Хотя, в принципе, тоже попало бы. Сонно дожить. Так. Релоуд. Круто. Хрена себе, этот откуда взялся? А, ну, окей. Ой, лол, это хреново. Ага. Ух ты, зараза мелкая. Ой, припомню. Прям таки забомбили. Ты сюда и хилишь. Now, подойди, снайперы живьем бери. Вот этих вот живьем, насколько я знаю, брать вообще бесполезно. У них иммун. Так что вот. О, пацаны. Веселуха.
но снайпера подводить надо, это стопудово. Раз. И... Давай. Два. Ну давай уже, ну. Её сажать тебе, что ли, нужно? Плевать вообще. Чем самое что интересно, это ладно, это все хрень. Нам еще встреча предстоит с небесным, который нам устроит головомойку такую знатненькую. На самом-то деле. То есть, если никто не попадет под пси-контроль, это будет просто вообще праздник. Not enough fuel. Круто чуть. И чё теперь? Чё, всё, вообще ходить не можешь, что ли? Лол. Так, 23. Нормально. 7-то утра. Всех с добрым утром, господа. С воскресным. Вот. Такие вот делищи. Слышу кого-то. Yes, I can hear that. Ладно, все, идем, бежим. Нормал до полосочек. Эти двери меня кто-нибудь без ушей оставят. Сейвимся. Тан-та-дан-та-дан. О, лол, да ладно. И никого нету, что ли? Да не верю. О, вот теперь верю. Так, господин Малин. Вообще будет реально очень смешно, если кто-нибудь что-нибудь сделает.
пацаны, это жесть. Слушайте, а хорошо подловили. Так промахнулся. Эх. О, зафланговали. Хорошо пошло. Че, очень смешно будет. Нет, не будет. Блин. Оу. На самом деле, очень круто было бы, если бы он пробежал бы через дверь, у меня у Доры и без всяких... Без всяких там. Очень прекрасно срабатывает рефлекс. На, вы ему там отвешало бы. На. И еще разочек. На. Так, че это? Ну ладно, давайте. Пы-дым. Промахнулся, лол. Так, 15%? Да ну на, побрить. А хотя бы вот так вот. Ой, только не под себя, окей? Норм. Так, гранатоньку заметнуть туда. Давай, Сидни. Хорош. Вот кого-кого снайпера сейчас не хватает, просто жесть. Сейчас Дори попадет. Ага. Это тоже следует в Дору, и Дору умирает. Конечно. Оттопорщилось. Не-не-не-не-не. Так, ну у нас сейчас что в прерогативе-то на самом деле? То есть завалить. Да эти-то пофиг на самом деле. Этих вальнуть. И толстого забить. А с небесным справится Дора. Он как в тот раз. Просто в упоры по голове. Нет, не видит. Ну вот. Эх, и не добросить даже. Ох, и до хрена далеко стоят. Угу. У них тут что-то типа патруля, что ли, получается. Так. Ага. Можно с фланга обойти. К черту двери.
Не стоит ломиться так сразу, подождать, пока снайпер доковыляет. А снайпера в любом случае ставить некуда. То есть, ладно, окей, вот, вот допустим. Ну, ставим мы сюда вот снайпера, да? Он, во-первых, у нас не в укрытии, а во-вторых, максимум прострела это вот это вот окошечко. Все. Здесь у нас штурмовики работают. Так, ну вот он, вот небесный, он отходит. Так, толстого сейчас вольнем или нет? Ну-ка, синий, давай-ка сюда. И рифтом его. А вот так вот прямо. А кто-то 5 минут назад жаловался, что ему не хватает снайпера. Ну, например, это был человек, которому не хватает снайпера. Вот, такие вот дела. А еще это мог быть кто-нибудь типа человека, которому не хватает снайпера. Вот и рефлект, это плохо. Зараза. Вот зараза. Ох, я тебе припомню сейчас. Так, ну-ка. Не видит. Это совсем печалька. Да-да-да. Давай, пацан, спасай своих. Ай, хорошо. Пришли. А, еще нет. Так. Снайпер идет на верхний балкон. На правый верхний балкон. Так, тут у нас четверочка. Сидни за укрытие. Сидим, ждем. О, спалились. Сейчас их как набреют. Нет. Снайпера мне. Еще раз промахнулась, да? Нет, смотри-ка. Ту-дум. Так, ничего так.
И остался, я так полагаю, вообще последний. Вот, вот этот вот. Вот это там. С ума с этим. И все промахнулись. Нормально. Самый лучший вообще. Майнфрайм себе. На. Obey the all. Да, в упор, конечно, промазал. Давайте-ка мы его захватим, что ли. Может, пушку дадут. Норм. Так, идет хоть стрим-то, нет? Алло? Ты где? Стримятина идет. Норм. Так. Ух ты, Fusion Lens. Ребята, знаете, что я вам скажу? Fusion Rockets. Yes, we can. Блища тупо нет. Fusion Core. Офигеть. Какая страшная штука. Так, Бразилия, Египет, Россия. Так, надо в Foundry посидеть. Или нет ли? Давайте пистолет изучим лучше. The Foundry is already warmed up. I'll make sure to notify you as soon as production is finished. Что захватил? Fusion Core захватил. Так, окей. Окей. Вот. Fusion Lens available for manufacture. То есть, типа, самая крутая анти-это самая. Прелесть. Guided Fusion Lens. А вот это вот, кстати, Guided Fusion Lens, это для... Это самое. Просто наших бойцов такой Uber Rocket Launcher. Надо будет заучить потом. Голуб Чембер скоро будет. Все. Здоровайтесь. Что я взял? Fusion Core я взял. То есть это хрень. Короче, это самая толстая противокорабельная пушка и самонаводящиеся ракеты для обычных людей. Давайте посмотрим, что такое Gallop Chamber. Ничего таки не понял, если честно. Use the ethereal device. Research.
хрень. Как ее заюзать-то? А, во. Сейвим. Once our volunteer enters the chamber, there is no turning back. This is what we have been working towards this whole time. We likely will not be able all to make forward any progress will be stopped. Any current research or foundry project will not be completed. Давайте-ка засейвим вот здесь это. И пофиг, поехали. Ну, не гранатомет, а ракет-лаунчер скорее. Of our major victories, we have encountered incrementally more powerful aliens. After the first alien craft was shot down, they began a campaign of terror. The alien forces were led by a sectoid commander, a powerful psionic creature. Upon capturing the hyperwave beacon, we detected a cloaked ship carrying a being of incredible psionic power. Having captured the device it sacrificed itself to protect, an immense alien ship has now appeared within our atmosphere. We can only assume that a being of even greater psionic power is on board this vessel. We have already pushed human evolution so far, and I fear where the next step will take us. 75 weapon fragments требует. With no other choice. A new type of weapon is required. At long last, you have succeeded where we have failed. The temple ship. Что это мы там получили? Окей. Попрятать в барке кирпичей. Трагедия, пацаны. Все. Last mission. We have visual on the mission site, setting down. Ну он так-то пипец огромен. Глупый синий. О! Блин, даже не смешно на самом деле. Это же целые сектоиды. Так, вот это уже интереснее.
Ребята, поздравьте, теперь у меня два солдата с рифтом. Да. На. Сказал, мол, если у землян все-таки случился контакт с инопланетянином, разумом они решат валить нам люлей, то причинит нам как раз такие игры. Ну, кстати, да, как Варик на самом деле. Так, я так полагаю, что это все-таки last миссия, да, и все такое. Почему-то я думал, что все будет на Марсе заканчиваться. Пустыня в Гизе, три пирамиды. Нам в ту, которая пирамида Хеопса. Ностальгия прям таки. Это что за пежня? Ничего не понял. О-о-о. Теперь понял. Так, ну этих парней... Эх, не накрыть. Лол. Это даже не смешно. Ну это вот так забреет. Нормал. Что, самое что интересное? Вот эти вот гаврики, они видят гораздо дальше, чем все остальные. Гиза, пирамиды Хеопса. Ты сейчас имеешь в виду Сайрус Сэма, что ли? Нет. А, скачай скриншот Last, этого самого Last уровня в оригинальном XCOM и посмотри, в какую пирамиду нужно пройти. По сути, там... Ну, там как идет? Там три пирамиды. Брустверы и все такое. То есть, если все это дело провести аналогию, то это реально Гиза. А пирамида, в которой нам нужно, по-моему, лево, если я ничего не путаю, то это пирамида Хеопса. И, собственно, будет нам добро и счастье. Мы убьем там Овермайнд, и все клево. Так что нет, я игры ненароком не попутал.
кто играл в оригинальный XCOM, тот поймет. На самом-то деле. Ну, если заметил, конечно, это. Так уже перезарядил. Охренеть. Ребят, знаете, я уже хочу разобрать этот корабль и наварить много-много фаерштормов. Вот. Парни. Бадум. Лол. Ты какой-то с утра совсем серьезный? Да нет, нормальный. Я просто сонный очень. Косые дети! Вам только стены ломать, честное слово. Давай-ка его майндфраем. Пипец нахрен. Разбомбили все. Вообще. Ну, этот парень стреляет по нам, мы умираем. А, еще и... Да, нормально. Так, иди лечи. Червончик, так, на. Выхилили. О, да. Сорок восемь. Отсюда. 48, да? Нет, 51. Damn it. Туньк. Нормал. Че это за пижнявина там была такая сейчас? Там кто-то появился? Его телепортнуло обратно. Ребята, кстати, поиграл в Dishonored. Великолепно. Обожаю. Skyrim с пистолетами. Опа. Кого я вижу? Уду. А, лол. Раз. Это, знаете, это все равно, что муху из ракетницы сбивать. Эффектно, но малоэффективно. Давай уже. ОМГ. Хватит лететь. Ох ты. Хитрец.
дверь-то открыта, и да я... Там... Да ладно, быть не может. Перезаряжайте. Ну уж проще ракетницей. Поэтому парню, конечно, в бочину-то попали как. А, сложность normal. В игре как развиваться, чтобы страны не терять? Ну как сказать, как только у тебя начинаются проблемы с какой-либо страной, запускаешь на ней спутник. Когда видишь, что у тебя просто полная задница везде вокруг начинается, то... Твою налево. То просто берешь и нападаешь на базу пришельцев, ну то есть отбиваешь ее. Уничтожаешь ее. Все в порядке. Криптонеш, не криптонеш? Нет, не криптонул. То есть все себе вполне нормально так. Практически как в первой игрушке. Примерно то же самое. На самом-то деле. Как прыгнет. А еще разочек. И укусит Сида. А Сид ему в ответку по лицу он дает. А Сиди? Давай-ка майнфраем его. Чтобы не повадно. Ну, ладно. Хорошо. То есть нам сейчас сюда, да? Будун. Сори, ребят. Что-то я зазевался. Идет, надеюсь. Да, идет. Ну, про сложность я уже ответил. Пройдем наконец-таки, сейчас я спать пойду. Не могу уже. Так. Чувак, лечи его. Ты сейчас скопытится ненароком. Можно ли чувака на джекпаке уронить? Честно, я не знаю. Пробовать не хочу как-то.
такое ощущение, что сейчас нас хотят просто прогнать по всем противникам, которые у нас были. Вот. Такие вот дела. В очередь. Колбаса только по билетам. Такие вот делища. Так, нет, здесь в любом случае придется ход пропускать. Все бы потравились нахрен. Ох ты. Ох ты какой. Страшненький. Сумма с этим. Да, реально, мы сейчас будем просто проходить по всем противникам, которые у нас были за игру. И что из этого получится, вот я и хрен его знаю. Интересно, какие части тушек монстров можно собрать после бабахового убора с плазмогана? Ну как? Ну, наверное, собрать-то можно много чего. Генетический материал там. Все такое. Ошметки мозгов на полу. Это печально. А не норм. Проще закрасить, чем соскрести. Нормально. Сумасшедшая абсолютно тема этой реакции. Так, так восьмерочку в голову. Такой, обидел пацана. Анну Белори Делана. Пистолета. Убить не убьет, но хотя бы покалечит. Если бы кританул, убил бы. Да лол.
Да, понимаю тебя. Повезло. Так, тут релод. Тут тоже релод. Здесь не надо, здесь не надо. Блин, вот я тупица, а. Есть же нормальная пушка. Где там конец уровня-то уже, а? Покажите мне его. Блин, еще пилить и пилить. Так влом. Так, не, чуваки, все, давайте на этом закончим. Завтра продолжим. Допройдем, скажем так. Спать. Ребят, не забываем жмакать вот сюда вот. Не забываем подписываться вот здесь вот, окей? Вот, ладно, всем большое спасибо. Ну, еще увидимся. Peace.